В нашу редакцию, несмотря на то, что акция уже закончилась, продолжают поступать письма мамам от наших телезрителей. В своем большинстве они наполнены теплом и добротой. Вот самые интересные. Дорогая мама, с праздником! Ты у меня самая заботливая, добрая, веселая и счастливая. Храни тебя Бог всегда. Мы тобой очень дорожим, любим тебя. Спасибо тебе за любовь и заботу. Мамочка милая, нежная, славная, добрая, умная и лучезарная. В ладонях я счастье тебе повторю. Спасибо за все, я тебе говорю. Живи, улыбайся невзгодам, годам. Забудь о болезнях, тревогах забудь. Любовью осветим твой жизненный путь. Посвящается Гладких Галине Дмитриевне. Мамочка, от всей души поздравляю тебя с днем рождения и днем матери. Я очень горжусь тобой и восхищаюсь получать удовольствие от каждой минуты своей жизни. Пусть тебя окружают самые близкие люди и верные друзья. Ты у меня самая красивая и молодая, заводная, яркая. Ты мой ангел-хранитель. А главное, будь здорова, живи долго-долго, а мы всегда рядом. Подпись Лера. Дорогая моя мама, я тебя очень люблю и уважаю. Благодарна тебе, что я есть на этом белом свете. Хочу, чтобы ты жила еще лет 20 и дожила до 100 лет. Очень люблю, Елизавета Добацереновна. С любовью, твоя дочь Надя. Родной мамочки, тебя нет с нами почти 13 лет, но я помню тебя и вспоминаю каждый день. Мне тебя так не хватает, несмотря на то, что самой уже почти 70 лет. Прости меня, мама, что была не очень внимательна к тебе. Мало с тобой разговаривала и мало что спрашивала. Было всегда некогда. Ты была очень справедливым человеком и мамой. Мы тебя тоже любим. Общайтесь и будьте внимательны. Дети, дочери, сыновья со своими мамами, пока они живые и рядом с вами, чтобы потом не сожалеть. Жизнь прошла, так и не поговорили. Екатерина. Дорогая мама, я хочу когда-нибудь поехать с тобой в Сочи и купаться в Черном море. Акция «Письмо маме» подошла к концу. Как результат, наша редакция надеется, что у людей появился повод встретиться в кругу семьи. Кто-то забыл старые обиды, а теплые разговоры на кухне и приятная ностальгия сделали День матери особенным. Боярд Цыдыпов, новости дня.